очень много. Премии для тех, кто умеет жить и радоваться жизни. Ежегодно губернатор награждает 5 жителей региона за социальную и творческую активность. Всех их, кроме безграничной любви к искусству, науке и творчеству, объединяют ограниченные возможности здоровья. В пятницу лауреатов поздравил исполняющий обязанности председателя правительства Сергей Зубнин. Валентина Литвиненко, например, вспоминает, насколько тяжело было еще совсем недавно. 2 года назад она, прикованная к коляске, устраивалась на работу, обучалась профессии, вливалась в коллектив. Теперь девушка работает менеджером, находит время на творчество и участие в спортивных мероприятиях. А еще рассказывает, что для себя отметила, равнодушных людей вокруг стало меньше. Если помочь, то очень много людей стремится, если где-то вот проехать не могу или что, стараются подойти и подтолкнуть, там, помочь проехать. А так, чтобы внимание, ну, как к обычному человеку, я еду, то есть никто не особо не смотрит на меня.